учетом того, что на данный момент примар муниципия отдался освобожденным от выполнения своих обязанностей по месту постоянной работы в связи с тем, что он зарегистрирован в качестве доверенного лица кандидата в президенты. И с учетом того, что есть необходимость подписания контрактов, договоров купли-продажи, передачи, получения квартир в частную собственность, был разработан и подготовлен данный проект решения, чтобы уполномочить исполняющего обязанности Бабиева Леонида Ивановича подписать данные договора. Представлен вам на рассмотрение.